Еще до начала карантина ребята из Ajax Systems с нами связались и предложили испробовать их беспроводную систему безопасности в нашей новой студии. Прошло уже 2 месяца, и я могу сказать с уверенностью, что это лучшая система безопасности из всех, что может существовать. Настоящее чудо инженерной мысли. Именно о ней мы сегодня с вами и поговорим. Не все же о смартфонах вам рассказывать, надо же расширять кругозор. Поехали! Система Ajax — это целый комплекс различных датчиков и устройств, которых вы можете распихать по дому, либо по участку, и они сами по беспроводу соединятся и потом будут присылать вам уведомление в случае чего. Если вскрыли дверь или окно, сработает сигнализация. Если вдруг, не дай бог, произошел пожар, сработает датчик дыма и заорет, чтобы вас разбудить. Если сработал датчик протечки, то он тоже пришлет уведомление вам на смартфон. Обнаружено движение в комнате, прилетит фотка и так далее. Сам комплект системы безопасности состоит из множества устройств. Хаба, датчика движения с фотокамерой и пары пультов управления. Но самое главное — это приложение, которое необходимо скачать и установить на свой смартфон. Именно с приложения происходит взаимодействие и управление всей системой безопасности. В нем вы подключаете все модули, настраиваете их и получаете уведомление обо всем, что происходит внутри вашего помещения, находящегося под охраной Ajax. И все это с любой точки мира. Распаковку и настройку всей системы безопасности стоит начать с вот этой штуки. Это хаб. У нас хаб 2. Центральная часть всей системы безопасности. Уже к ней коннектятся все датчики, камеры и пульты управления. Хаб 2 — это самый новый хаб в системе Ajax, и он единственный, кто поддерживает работу с фотокамерой. Именно он управляет всеми остальными гаджетами и дает уведомление вам на смартфон о том, что у вас открыта дверь, разбито окно, произошло задымление. Он даже может вызвать патруль охранной компании в случае необходимости. Но хаб этот непростой, а супер надежный. Во-первых, у него есть, помимо кабеля Ethernet, по которому он соединяется с интернетом, еще и 2 слота для сим-карт. И если вам вдруг перережут интернет-кабель, он просто переключится на мобильную сеть, поскольку хаб — это такая вещь, которая должна быть всегда подключена к сети и обязана работать безотказно. Во-вторых, помимо кабеля питания, есть резервный аккумулятор, обеспечивающий до 16 часов автономной работы. Если у вас отключилось электричество, то не проблема, хаб продолжит свою работу. А более того, если вы куда-то уезжаете в далекие страны, надолго оставляете свой дом без присмотра, то можно хаб 2 подключить к системе бесперебойного питания, к обычному бесперебойнику, и уже от него запитывать это устройство в случае необходимости. В-третьих, как я и говорил, он сам вызывает патруль охраны в случае необходимости. В-четвертых, Hub 2 работает на операционной системе реального времени OS Malevich. Такие операционки управляют системами космических кораблей, баллистическими ракетами, тормозами в автомобилях и многом другом. Именно в той технике, у которой нет права на ошибку и не может быть задержки при выполнении команды. В дополнение, хаб неуязвим для вирусов и защищен от кибератак. В системе нет динамической памяти, а ресурсы процессора заранее распределены, благодаря чему для вирусов даже нет места. При всем этом система регулярно получает обновления по воздуху, которые расширяют возможности и добавляют новые функции. Также хаб регулярно проверяет состояние устройств каждые 12 секунд и предупреждает вас и охранную компанию об угрозах, помехах связи, глушении и неисправностях. Так что к надежности вопросов вообще нет. Следующий, один из самых важных модулей, это Ajax Motion Cam. Это датчик движения с фотокамерой. Именно он в связке с Hub 2 творит настоящие чудеса. Он отправляет серию снимков, если кто-то, например, проникнет в квартиру или комнату в то время, когда система стоит на охране. Благодаря фотографиям всегда ясно, что было причиной тревоги. Кто-то из домашних забыл выключить сигнализацию, или же в дом ворвались грабители. Разрешение и количество снимков, отправляемых вам на смартфон, можно гибко настроить. Максимальное количество снимков в серии 5, а разрешение 640 на 480. Камера работает на предустановленных батареях от одного заряда 4 года и может делать фотки в темноте, потому что у нее есть встроенный инфракрасный модуль. Скорость доставки снимка составляет 9 секунд при настройках по умолчанию. Что самое главное, датчик делает фото только при тревоге и не снимает 24/7, в отличие от видеокамер, благодаря чему датчик можно установить и в квартире, не боясь, что доступ к видео получат злоумышленники. К тому же сделать фото по запросу не может ни пользователь, ни охранник.
охранная компания. Единственный во всем этом минус заключается в том, что эта камера может работать только с Hub 2, потому что только в Hub 2 есть протокол Winx, который позволяет работать с фотографиями. Перейдем к более стандартным модулям. Вот это Door Protect, датчик открытия, закрытия дверей и окон. Работает от батареи до 7 лет, можно подвесить на дверь или окно, подключить к хабу, и он будет уведомлять, если дверь или окно откроют либо закроют. Если подключена сирена, то она завопит со всей мочи, что вергнет любого в шок и панику. Датчик дыма Fire Protect с встроенной сиреной и датчиками дыма. Также еще есть Leaks Protect. Оба эти девайса с говорящими названиями, от них лучше никогда, конечно же, не получать уведомлений, будут сигнализировать вам о пожаре, либо задымлении, и о протечке. Fire Protect имеет встроенную сирену, которая включается, как только датчик обнаружит угрозу, а если у вас установлено несколько датчиков, то можно включить синхронную тревогу. Она включит сирены всех пожарных датчиков при тревоге. Звук разбудит даже крепко спящего человека. Пожарный датчик работает до 4 лет от батареи, а Leaks Protect умеет оповещать не только о протечке, но и о высыхании воды. Работает до 5 лет от батареи. Оба устройства работают круглосуточно и сигнализируют об угрозе, даже когда система не под охраной. Сирена, называемая Аяксом Home Siren, это такая штуковина, которая издает звуки сирены в том случае, если в ваше помещение вдруг кто-либо ворвется, когда эта система находится под охраной. Уровень громкости и продолжительность звучания можно настроить через мобильное приложение. Максимальный уровень громкости 105 дБ. Для сравнения, взлетающий вертолет издает 110 дБ. Home Siren умеет оповещать звуком и подсветкой о постановке и снятии системы с охраны. Для удобства можно подключить дополнительный светодиод и вывести его, например, за дверь, чтобы показать, что ваш дом находится под охраной, и чтобы самому видеть, сигнализация включена или нет. Устройство работает до 5 лет от комплектных батарей. Ну и, наконец, последнее устройство из комплекта Ajax Systems — пульты управления. Первый — это пульт управления системы безопасности Space Control. Он состоит из 4 физических кнопок. Поставить под охрану, снять с охраны, включить ночной режим и включить режим тревоги, или так называемая тревожная кнопка, которая отправляет сигнал тревоги, включая сирену и вызывая службу охраны. Второй пульт — это кнопка Button, которая является отдельным однокнопочным пультом для мгновенного включения сирены и вызова охранной компании. Также кнопка имеет отдельный режим, с помощью которого можно управлять электроприборами в один клик, например, включать и выключать ночник, управлять рольставнями или выключать музыку. Каждый из этих модулей защищен от несанкционированного взлома, и как только крышка открывается без вашего ведома, то вам на телефон прилетают уведомления, мол, крышка открыта, осторожнее. Это нужно на случай, если вдруг воры обнаружат, например, какую-нибудь камеру, захотят ее повредить, вскрыть, вытащить батарейку, то вы даже об этом узнаете. При этом система отправляет уведомления и вам, и охранной компании при попытке глушения. А о необходимости замены батарей система сообщит аж за несколько месяцев, поэтому не нужно, сломя голову, бежать в магазин и покупать новые батарейки для замены, чтобы поставить дом под охрану. Для возможностей умного дома есть умная розетка сокет, силовое реле Wall Switch, но его у нас нет на обзоре, и слаботочное реле Relay. Они позволяют управлять электроприборами через приложение по нажатию Button или по сценариям. Ajax — это действительно безотказная и надежная система безопасности, которая проста в установке и освоении. Вам не нужно заморачиваться над питанием модулей, потому что все работает от батареек годами, и все эти батарейки предустановлены. Не нужно думать над тем, как прикрепить тот или иной модуль к поверхности, потому что в каждом модуле в комплекте лежит либо двусторонний скотч, либо какие-то крепления специфические, если они необходимы, либо и то, и другое. Не нужно тянуть кабели к этим датчикам и модулям, потому что все работает по беспроводу. Хаб работает вообще на расстоянии 2000 метров. То есть, если даже у вас супер огромный участок, можно везде и всюду все это дело распихать, и оно будет работать. Это круто. Вы легко подключите любой модуль к хабу, просто отсканировав QR-код. К тому же к системе можно подключить IP-камеры и видеорегистраторы сторонних производителей. Система поддерживает устройства Dahua, Hikvision, Sapphire и UniView. Лично я Ajax'ом пользуюсь, абсолютно доволен этой системой, никаких реально заморочек нет. Ссылки на Ajax есть в описании под этим видео. Если вас этот обзор заинтересовал, заинтересовали эти устройства, добро пожаловать, пройдите, посмотрите, может быть, вам понравится, тогда приобретете себе. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте свои комментарии, прожимайте на колокольчик и, конечно же, проверяйте описание, там есть ссылки на все наши социальные сети. Всем спасибо за внимание, покеда!